Музей Судоанинецкого автономного округа пополнился новым экспонатом. В ходе ремонта здания по улице Октябрьская в бывшем кабинете председателя Наринмарского городского суда был обнаружен пистолет Люгера. Свое имя он получил от австрийца Георга Люгера в 1900 году. В музее Дворца правосудия этот экземпляр пока единственный, но сотрудники окружного суда уверены, такие свидетели истории когда-нибудь дадут о себе знать. На глубине 170 сантиметров было найдено вещественное доказательство по уголовному делу, рассмотренному аж в 30-х годах Ненецким окружным судом. Это был пистолет «Парабеллум», модель 1908 года. В дальнейшем данный пистолет был передан для проведения баллистической экспертизы, результатами которой было установлено, что он не пригоден для стрельбы. Пистолет Люгера активно использовался в Первой и Второй мировых войнах. Состоял на вооружении Эфиопии, Ирана, Португалии, Румынии, Турции и других стран. В начале 20 века пистолеты были закуплены для испытаний военным ведомством в Российской империи. В августе 2011 года он внесен в перечень наградного орудия Российской Федерации.